Ну что? Все в порядке? Более чем. Легче, Миллер. Больше отдыхать после тренировок. Нет? А у меня нет друзей и подруг. Вы постарались. Ты чумная. Простите, я бы хотела напомнить. А можно я сама вышлю? Видишь? Нет, совсем нет. Не в этом... Сейчас. А можно? Надеюсь, ты правильно распорядишься, Сусна. Да. Спасибо. Нормально. На спектакль. Ну, говорят, такой смешной, хороший. Нет. А в чем я пойду? В трусах боксерских и спортивной куртке, да? Зин, походи там по бутикам, что ли, купи себе. Ну, все как положено, а? А можно? Что значит можно? Нужно. Деньги же у тебя есть. Тебе рано или поздно подумать о своем гардеробе надо будет. А потом вечером мы с тобой в театр пойдем. В театр? Да. А можно я еще забегу в парикмахерскую, прическу сделаю? Я быстро. Зачем это? А, ну ты делай как хочешь. Я быстро. Будет так, как я сказал. Да пойми ты, что Саша вымотана. Не стоит ей принимать в этом участие. Поверь мне, Вадим, не стоит. Леня, это спорт, а не богадельня. И вообще, иди займись тренировками, не суй нос, куда тебя не про... Что случилось? Нет ничего. Нервы. Лимоном. Не понимаю, каким лимоном? Мой партнер по бизнесу. Не понимаю. Сейчас объясню. Это очередная провокация? Да вы шутите. Сиди. Понимаешь? Не понимаю. Плохие дивиденды. А я не согласна. Чемпионки Платошиной. Значит, все то, что вы делаете, это ради денег? Но, Вадим, мы же говорим... Белому.